3,5 километра реки Усть-Урень прочищено в черте села, получившего свое название от реки, которая затапливала дома жителей с незапамятных времен. Вот в этом селе я проживаю с 1976 года. За все года, вот начиная до конца 16-го года, это село весной затоплялось ежегодно. Причем затоплялось оно со всех концов. По окраинной улице, которая вот идет вдоль речки, потом вот это за речной улицей и речная две. Это происходило регулярно, каждый год. Вот эта речка, она вроде бы-то небольшая была, но она была вся заращена, завалена. И как только началось половодье, начиналась эта речка, она далеко, притоков в нее много, она впадает в барыш. И вот начиная вот от того поворота, она начинала выходить из берегов, и вот эту вот часть всю затапливала полностью, погреба и все. Жителям затопленных домов и владельцам покрывающихся водой огородов по 2 раза в год выплачивалась компенсация из областного бюджета. На данный момент работы в стадии завершения. Однако уже 2-й год огороды и подвалы домов сухие. Затапливать перестало почти сразу, как начали производить работы. В период 2017-2019 годах реализуется данное мероприятие. По итогам этих 3 лет было прочищено 3,5 километра протяженности реки. Из них 250 метров участок спрямления, спрямили русло. На очистку реки было направлено около 15 миллионов рублей из федеральной казны. Сделано это было благодаря федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов, части национального проекта «Экология». Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.